эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В преддверии Дня медицинского работника глава муниципалитета Алексей Спаски встретился с врачами. Врачом работать не просто, и, наверное, в профессию люди приходят не просто. Очередная партия продуктовых наборов от губернатора Подмосковья отправлена нуждающимся. 21 июня в России отметят День кинологических подразделений МВД. Они как больше как напарники. С ними проще договориться. В этом году и так нелегкий труд медицинских работников осложнился борьбой с пандемией. Поэтому самоотверженность врачей, медсестер, лаборантов, фельдшеров и других представителей системы здравоохранения требует особой благодарности. В преддверии профессионального праздника в Видновской детской поликлинике медиков поздравил глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Новая коронавирусная инфекция заставила все человечество вспомнить, насколько важна профессия врача. Рискуя жизнями и здоровьем, медики находятся на передовой борьбы с вирусом. В преддверии своего профессионального праздника в конференц-зале Видновской детской поликлиники глава Ленинского городского округа Алексей Спаский вручил 12 сертификатов о предоставлении служебных квартир сотрудникам здравоохранения. Вот это испытание, которое 3 месяца длилось всю весну, да, и сейчас продолжается, оно показало высочайший профессионализм. Мы с гордостью говорим о именно сотрудниках Ленинского городского округа. Среди награжденных Айслу Каримова, заведующая амбулаторией в поселке Дрожжино. Несмотря на руководящую должность, Айслу Рашитовна продолжает принимать пациентов дневного стационара. В здравоохранении она работает уже более 35 лет. И самым главным в своей профессии считает видеть счастливые глаза здоровых пациентов. Ведь для настоящего врача это самая большая награда. Врачом работать не просто, и, наверное, в профессию люди приходят не просто. До института я 2 года работала санитаркой, училась на рабфаке, поступала. Свою работу я очень люблю людей. Обладательницей двухкомнатной квартиры стала и детский врач-невролог Марина Морозова. Молодой специалист рассказала, что уже 18 лет проживает в городе Видное, и получение собственного жилья для нее приятная неожиданность. Я раньше работала медсестрой в оперблоке, потом отучилась на врача и вот сейчас 3-й год работаю. В системе здравоохранения Ленинского городского округа работает 1200 человек. Улучшение качества жизни медицинских работников – это важное условие для привлечения новых кадров. Ведь труд врача требует колоссальной ответственности и максимальной отдачи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В продолжении темы. В Ленинском городском округе Видновская районная клиническая больница была переоборудована под лечение больных ковидом. Наши врачи приложили немало усилий, чтобы помочь местным жителям побороть эпидемию. Накануне профессионального праздника медиков муниципалитета посетил депутат Московской областной думы Юрий Липатов, чтобы вручить докторам отличительные знаки за труды. Врачи, в свою очередь, выразили большую благодарность за проявленное внимание. Я хочу поздравить, во-первых, всех работников здравоохранения, особенно сотрудников нашей больницы, коллег нашей, пожелать здоровья, счастья, поблагодарить Московскую областную думу за то, что они оценили наш труд в лице весь мой коллектив, с которым мы работаем. Вот, поблагодарить. Тоже пожелать самое главное. Спасибо. Успехов. Спасибо. Проделана колоссальная работа. Хотелось бы выразить самые сердечные слова благодарности врачам, потому что они находились и находятся, как мы говорим, в красной зоне, рискуя своими жизнями. И это вызывает, конечно, огромное уважение и восхищение. Наряду с врачами большой вклад в борьбу с эпидемией внесли социальные работники, которые помогали нуждающимся слоям населения все эти месяцы изоляции жить комфортно. Их профессиональный праздник страна отметила 8 июня, а сегодня Юрий Липатов вручил самым выдающимся специалистам почетные грамоты от Московской областной думы, подписанные ее председателем Игорем Брынцаловым. Большое вам спасибо за работу. Спасибо.
Мы очень рады, что нас сегодня почтила своим присутствием Мособлдума в лице Юрия Александровича, который вручил нашим врачам и моим коллегам из депутатского корпуса награды, в том числе День социального работника недавно прошел. Я тоже от всей души хочу поздравить как своих коллег, так и наших тружеников, которые своим присутствием в ежедневном режиме все равно обеспечивали наших жителей заботой и вниманием. Напомним, что День медицинского работника в этом году россияне отметят 21 июня. В помещении общественной палаты Ленинского городского округа начала работу участковая избирательная комиссия. В связи с этим накануне волонтеры вывезли продуктовые наборы губернаторской помощи. Они предназначаются для управления социальной защиты. Его специалисты составили списки нуждающихся, которым и будут доставлены наборы. Загрузить 3 автомобиля волонтерам помогли сотрудники МБУ «Дурсервис» и МУПУ КЖКХ, а с выгрузкой – преподаватели спортивной школы «Олимп». Впоследствии сотрудники территориальных отделов соцзащиты и Центра «Вера» доставят их адресатам. За время пандемии волонтерский центр на базе общественной палаты проделал огромную работу, доставляя не только продукты питания. Была отдельная партия от губернатора для ТЖС, тяжелая жизненная ситуация семей, 820 наборов нам приезжало. Были для детей-инвалидов 220 наборов, и приезжали комплекты масок по 20 штук для тоже многодетных семей, 705. В дни режима самоизоляции в волонтерском центре работало более 150 волонтеров. Ими было собрано и доставлено около 2000 наборов от губернатора. Большинство волонтеров вышло на свою основную работу, но многие продолжают помогать пенсионерам с покупкой и доставкой продуктов и лекарств. 21 июня в России свой профессиональный праздник отметят кинологи. Собаки начали служить в полиции в нашей стране в начале прошлого века. В годы войны они помогали искать мины и раненых, ходили в разведку и выслеживали шпионов и диверсантов. Сейчас у них другие задачи. О кинологах и их верных боевых мохнатых соратниках наш следующий сюжет. Утро полицейского кинолога Елены Селютиной начинается с выгула в вольере своего четвероногого напарника Таха и его кормления. Если все спокойно и вызовов нет, они отправляются на прогулку в лес, а затем тренируются на площадке по профилю. Таха специализируется на розыске следов человека. За свою 12-летнюю профессиональную деятельность, говорит Елена, было много интересных случаев, но один, правда, произошедший с ее коллегой, она запомнила надолго. Поступило сообщение о том, что на территории частного дома появился гроб. Хозяин говорит: я слышу тиканье, что-то тикает. Ну, приехал кинолог, оценив обстановку, применил собаку. Собака обнюхала, заинтересованности в данном объекте не было, соответственно, она не обозначила посадкой, что там здесь находится какое-то искомое вещество целевое. Вот. А по приезду саперов вскрыли, там было 7 будильников. И каждый заведен был на определенное время. Скорее всего, это был намек бизнесмену. Недавно Елена узнала, что в аэропорту Нижнего Новгорода на обнаружение запрещенных веществ работают корги. И тоже загорелась идея взять себе такого нетипичного для службы в полиции напарника. Всего же в кинологической службе Ленинского городского округа трудится 4 сотрудника, а также 6 собак. Спаниель, лабрадор и 4 немецкие овчарки. У Софии Бердиной 2 собаки, девочка Грета только учится, а мальчик Нейджел специализируется по взрывчатым веществам. Они как больше как напарники. С ними проще договориться, найти общий язык. Вот, всегда поддерживают, защищают, охраняют. Ну и, соответственно, к ним порой относишься как к детям. Щенков для службы в рядах полиции выбирают примерно в возрасте 2-3 месяцев. А вот полноценное обучение начинается с года. Сначала познакомиться надо с ними, найти контакт общий. Кормление, уход, прогулка, выгул, а потом уже обучение начинается потихонечку. Для них это новое, да, надо будет объяснять, показывать как-то примеры, например, других, возможно, собачек. У каждой из собак здесь свой профиль. Кто-то специализируется на розыске человека, кто-то на поиске и обнаружении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. А другие четвероногие полицейские умеют по запаху искать наркотики и психотропные вещества.
Также братья наши меньшие используются в караульной и конвойной службе для охраны важных государственных и войсковых объектов, общественного порядка в российских населенных пунктах и выполнения других служебных боевых задач. 21 июня кинологи отметят свой профессиональный праздник и, конечно же, проведут его в компании своих верных боевых друзей. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!